Администрация Челябинска хвастается, как классно отремонтировала общежитие. Жители общежития по улице Мира дождались окончания ремонтных работ. В рамах появились пластиковые стеклопакеты, пострадавшие из-за демонтажа старой стены комнаты, оштукатурены и побелены. Туалеты сразу на замки закрыли, чтобы не привыкали люди, чтобы бегали, как обычно, на улицу. Ну, что говорит, красота неописуемая просто. Вода идет, как это холодная и горячая, это просто мечта. 2023 год. Самая богатая природными ископаемыми страна мира. Мечта. Вода в кране. Туалеты очень, конечно, их тоже. Прям широкие стали. Мы не можем понять, почему стали широкие. Мы раньше, вот нельзя было, колени уже все выходили аж. А сейчас просторно так. А сейчас ремонт такой сделали. Я как раз валюсь на ободке унитаза, не нарадуюсь. Так уютно, тепло, по-домашнему. Были сделаны все инженерные сети, полностью сделаны ремонты. Проводку вообще уложили шикарно. На скотче, на пластиковых крючках. Западные электрики нервно курят в сторонке. В местах общего пользования. Такая же судьба в этом году ожидает и противоположную южную стену. Ее будут менять, как только позволят погодные условия. Также в планах у организации сделать косметический ремонт в кухнях. Легкий косметический ремонт. Шторку просто повесить, чтобы ведро в глаза не так сильно бросалось. Мы сейчас нюансы все мелкие соберем, потому что вот жители еще говорят, там ручку какую-то сделать и так далее. То есть мы сейчас Да, сущие мелочи остались. В целом, конечно, общежитие отремонтировано капитально.